здесь очень много снимали дорамы. Даже не могу перечислять, но очень много. Особенно это вход самый красивый. Покажу подробно. Та-дам! Вот это путь к лобби. Вот это вид. Сейчас снег. Столько до 4 этажа. И комната это все. Видишь, столько вау. Иго ба, иго помыла, не иго. Это просто как музей. Вот эта комната невозможно назвать, что это комната. Это просто дом. Ну такого не видела, до этого не видела. Ва. Не заканчивается это. Я покажу, я просто в шоке. Сначала вот такой штука, и здесь можно помыть руку, и кофемашин тоже есть. Это чай и разные сладости. Здесь, если вам нужно, можно покупать. И напитки тоже есть. Это материал. Сделано с очень качественными камнями. И вот так выглядит лобби, гостиная. Да, это моя куртка, я уже там. И сейчас иду снег. Вот так можно посмотреть. Вид. Так, откроем. Это как музей, красиво. Это другой уровень. Я никогда не видела. Вот это. Это туалет. Здесь есть полотенце. И... А, здесь твердая мыло. Шампу, бальзам и для лица, и для тела. Здесь тоже есть мыло. Фен. Здесь можно положить чемодан. Что это? О, так приятно. Еще ванная. Здесь соль, поэтому можно просто наслаждаться. Это туалет для душа. Ну, вид просто не слов. Есть телевизор один. И Юн тоже один. Вот два телевизора. Это тоже самая комната. Это тоже ванная. Но правда, интерьер очень красиво сделано. Не слово мне просто. Да, и здесь есть, конечно, бассейн и джакузи. Так, откроем. Вау! Посмотрите вид! Великий, это снег. Вау! А что здесь? Здесь можно поспать. Я думаю, летом будет прекрасно еще. Какая мягкая приятность. Ну, я понимаю, почему так дорого стоит. Потому что еще включено гольф и другие условия тоже есть.
어때? 집이 온 것 같아. 너무 좋지? 와, 이런 거 처음 봐. Так, сейчас будем купаться. 엄청 좋다, 그치? 그러니까. Сейчас будем плавать, но бассейн это совсем в другом здании. Нам надо выйти из лобби. Нам нужно выйти из лобби, потом 2 минуты надо гулять. Тогда уже будет это место. Вот так. Но сейчас идет снег, но надеюсь не замерзнет. Вот так буду идти. Поехали, покажу. 수영장까지. 어? 여기 진짜 탐난다. 와봤던 뭐야, 여긴 어디야? 그치, 엠무이? 잠깐만. Нам нужно найти колокольчик. Здание. Water house. Окей. Мне кажется, я нашла колокольчик. Обожрёшься. Очень холодно. Это путь до бассейна. Для меня после плавания разные сладости, чтобы я могла кушать. Добро пожаловать в Казахстан или в Россию. Ладно, чё? Так классно, если каждый день просыпаюсь здесь и вид такой. Финляндия. Ёлку. Чё будет? Air run. Автоматически открывается. Я раньше продаются очень качественные вещи. Или бумаги там поклялся, мамочка. Всё, это корейский стиль.